Добрый день, дорогие друзья, дорогие подписчики и те, кто просто попал на этот видеоролик. С вами вновь на связи Павел Орлов. Сегодня речь пойдет о заработке на социальной кредитной сети. Это долгожданный 8-й выпуск. Напомню тем, кто не видел предыдущие выпуски, обязательно посмотрите. Все ссылочки указаны на предыдущие видеоролики в описании. Там мы разбирали заработок на криптовалюте биткоин, разбирали два способа привлечения рефералов, активный и пассивный, а также разбирали на построение своей собственной структуры на проекте StockLessClub. Напомню, да, это был матричный сервис, позволяющий людям зарабатывать на приглашениях через систему Kiwi. Итак, в данном видео речь пойдет о заработке на социальной кредитной сети. Скажу сразу, что зарабатывать здесь можно как и без вложений, так и с вложениями. То есть те, кто на 100 кусков достиг, допустим, определенных результатов, они могут дальше приумножать свои деньги на этом сервисе. Те, кто просто попал на этот видеоролик и решил начать зарабатывать именно с этого места, да, они смогут также получать доход без вложений. Сейчас мы разберем, как это сделать. Итак, для этого внизу под этим видео в описании есть ссылочка на регистрацию в данном проекте. После того, как вы перейдете, попадаете на сайт, значит, веб-трансфер. Я позже расскажу об этом проекте, да, а сейчас давайте зарегистрируемся. То есть всю процедуру регистрации я пройду сейчас заново вместе с вами. На свой аккаунт я уже регистрировался, поэтому буду регистрироваться на аккаунт знакомого. Итак, после того, как вы перешли, нажимаете здесь «Вход через социальную сеть без регистрации». Итак, нажимаете вкладочку ВКонтакте или Google+, у кого какая социальная сеть. Здесь «Разрешаем». После этого нас перебрасывает вновь на сайт, и здесь нужно ввести ваш действующий e-mail. Итак, вводим действующий e-mail, нажимаем «Отправить». После этого нам на почту придет письмо, вот оно быстренько пришло уже, запрос на регистрацию. Итак, здесь мы подтверждаем, перейдя по ссылке. Здесь вам выдадут, значит, номер пользователя, здесь будет ваше имя. Фамилия, заполняете отчество по желанию, заполняете Skype по желанию. И дальше нужно обязательно подтвердить номер телефона. Это делается совершенно бесплатно. Так, плюс 7, да, 967-19963. Итак, подтвердить номер телефона. Нажимаем. И ждем смс-сообщения. Итак, друзья, я дождался этого сообщения. Так. Вводим код, который нам прислали. После этого выбираем пол, да, семейное положение, нажимаем «Далее». Так, еще раз повторюсь, что обязательно, чтобы ваша запись, чтобы вам на кошелек начислили бонусные $50, для того, чтобы мы смогли дальше работать, нужно обязательно вот подтвердить свой номер телефона. Дальше, управление профилем. Здесь документ, удостоверяющий личность, то есть паспорт, вы можете не заполнять. Это нужно для того, чтобы получать здесь кредиты. То есть мы не будем здесь получать кредит, пока на данном этапе это нам не нужно. Мы будем здесь зарабатывать. Поэтому по желанию, если хотите попробовать взять здесь деньги в кредит, вы можете заполнить вот эти вот информацию, паспорт, серия, номер, дата выдачи, кем выдан, адрес вашего проживания, и тогда вам будет доступен кредит, начиная там с рейтинга 12. Ну, попозже об этом поговорим. Так, дальше идем, заполняем платежные данные. Здесь вы заполняете именно те данные, на которые хотели бы вы выводить деньги с этого проекта. Ну, как правило, это обычно, да, Kiwi, WebMoney, Яндекс.Деньги и банковские какие-то карты. Также здесь вы выбираете приоритет, предпочтение, допустим, если хотите получать выплаты на Kiwi, ставите предпочтение Kiwi. И дальше нажимаем «Отправить». Итак, для сохранения верифицируйте телефон. Опять мне прислали. Сейчас еще раз дождемся смс-ку. Дело в том, что там что-то не прошло. Так, еще раз, да, пришел код. Вводим, нажимаем «Ок». Ага, вот теперь телефон подтвержден. Все, далее нажимаем «Далее». Так, об этом я уже сказал. Нажимаем «Отправить». И данные успешно обновлены и вступили в силу. То есть, если вы видите эту надпись, значит, ваш профиль стал активным, ваш рейтинг повысился, и вы на своем кошельке видите $50, с которыми можно уже управлять. Итак, всю интересующую вас информацию подробно об этом проекте, о там, прошлых или последующих акциях, да, вы можете прочитать в официальной группе на Фейсбуке. Также, если здесь вот открыть вкладочку, есть вкладка «Блог», где вы можете читать последние новости,
о акциях, о подключенных каких-то платежных системах, да, ну, в общем, о жизни данного проекта. Итак, что мы делаем? Мы, значит, переходим вновь в наш кошелек, и мы видим, что нам стал доступен бонус за регистрацию $50. Спешу вас огорчить, эти деньги вы сразу вывести не сможете. Итак, первым делом, что мы будем делать в данной системе. То есть я немножечко расскажу, что это за система. Это система WebTransfer. Компания WebTransfer работает с 2006 года. Буквально вот более чем год назад она запустила данный сервис, где встречаются две стороны людей. Одни выдают кредиты, другие получают кредиты. И особенность данного сервиса и главная, наверное, плюшка в том состоит, что здесь есть такая опция, когда вы вкладываете свои деньги, то есть вы даете кому-то кредит, здесь есть опция «Гарант». Опция «Гарант» позволяет получать средства, допустим, вот мы инвестируем $50, да, на 10 дней и ставим средний процент приблизительно, да, вот 1,39, мы будем брать где-нибудь 1,5, да. Все, то есть чистая прибыль у нас через 10 дней $53, да, получается. Что нам дает, значит, опция «Гарант»? Здесь вы можете нажать на вопросик и прочитать, что в случае невозврата займа вам выплачиваются деньги из гарантийного фонда кредитной сети. Гарантийный фонд кредитной сети постоянно растет, на данный момент он составляет $8 миллионов. Система развивается, и с каждым днем новых участников становится все больше. Всего в данной сети зарегистрировано 275 739 человек. Можно посмотреть, что за прошлые сутки было 11,5 тысяч регистраций, за сегодняшний день 7 149 человек. Когда она стартовала, конечно же, темпы развития были маленькие, теперь темпы развития данной системы очень хорошие. Итак, давайте вернемся к нашему бонусу. Дело в том, что я назвал это видео «Заработок без вложений», и сейчас я, значит, расскажу, что нужно сделать в первую очередь, чтобы начать зарабатывать. Итак, в первую очередь нам нужно дать кому-то кредит. Эти деньги мы вывести не можем, это бонусные деньги, я еще раз повторюсь. И я уже поставил самый оптимальный вариант, то есть не нужно там выдавать по $10, потому что этот бонус дается один раз, если вы поставите $10, остальные просто сгорят. Поэтому берем, ставим максимальную сумму $50, срок ставим максимальный тоже. Нам смысл ставить 3 дня, когда мы можем процент получить за 10 дней. Итак, ставим срок 10 дней и процент ставим средний. Чуть-чуть выше среднего. Если вы поставите большой процент, там 1,9, 2 и больше пошло, тогда вашу заявку просто, ну, ваш кредит никто с таким процентом не возьмет. Поэтому я бы рекомендовал ставить 1,5, ровно 1,5. Это и не мало, и не много, ставьте 1,5, это самый оптимальный вариант. Обязательно, значит, ставите здесь, ну, она автоматом должна стоять, опцию «Гарант» и нажимаете «Отправить заявку». Заявка на выдачу займа. И здесь нажимаем «Подтвердить». После того, как заявка отправляется, у нас она отображается, здесь информация о займе, и написано «Выставлена». Все. Человек теперь, перейдя на вашу заявку, после того, когда возьмет кредит, здесь будет не вкладка «Удалить» написано, здесь будет статус «Активный». Происходит это от 1 секунды и где-нибудь до 30, до часа, да, времени. По времени я имею в виду. То есть после того, как человек возьмет у вас кредит, ваша заявка будет статус «Активный». И теперь через, значит, 10 дней, вот количество дней мы выставляли 10, вы получаете на свой баланс $3.75. Ваши $50 бонусные, конечно же, не возвращаются. Итак, теперь немножечко расскажу про партнерскую программу. Дело в том, что приглашая человека в данную сеть, он также получает бонусные $50, то есть никто не обязывает вас вкладывать сюда свои деньги, но вы имеете с его дохода 50%. Многие участвовали в различного рода проектах, которых я показывал, да, в том числе биткоины, да, 100 кусков, где нужно минимальное вложение. Здесь же гораздо проще будет приглашать людей в данный проект, в данный сервис, потому что он также не требует вложений, и зарабатывать можно, начиная с бонусных $50. Так вот, то есть каждый человек, перейдя по вашей реферальной ссылке, и который зарегистрируется в данном проекте, пройдет ту же операцию, которую вот сейчас я вам показал, даст один кредит, и вы с него получите 50% дохода. То есть если в данном случае мы здесь заработали
$3.75. Соответственно, если бы эти $50 были наши, здесь есть опция пополнить, можно свои деньги закидывать и свои деньги, да, выдавать кредит, тогда бы нам вернулось $53.75. То есть, смотрите, да, это понравится и новичкам, и, я думаю, и школьникам, и даже тем людям, которые ищут альтернативу банковским депозитам. Дело в том, что когда вы ложите деньги в банк, процентная ставка, да, варьируется до 11-12%. Это просто шикарный, да, процент для банков, для банковского депозита. Здесь же вы ставите процент, я еще раз повторяю, 1.5% в сутки. Это отличный просто процент для приумножения средств. Также все вклады, вклады пополнения баланса, да, все счета застрахованы. Всю информацию вы можете найти о компании внизу, все документы, правила, условия, гарантийный фонд, прочитать просто и ознакомиться. Обычно я не рекомендую вкладывать большие суммы в различного рода проекты, но тем не менее в интернете огромное число различного рода хайпов и прочей, да, ерунды. Данный проект официально зарегистрирован, здесь можно как бы вложиться и получать пассивный доход, ничего не делая, никого не приглашая. Если же вы активный человек, вы можете приглашать людей, тогда вы будете получать 50%, еще раз да, напомню, их дохода. То есть приблизительно, если посчитали, например, к примеру, у вас есть 1000 рефералов, да, ваш доход составит в районе 2000 долларов. То есть это около 70 тысяч рублей. Если у вас нету 1000 рефералов, вы можете вложить свои собственные средства и заниматься именно инвестициями. Давайте мы сейчас рассмотрим о том, как стать партнером, чтобы научиться, чтобы нам открылась возможность, да, приглашения рефералов. Нажимаем «Стать партнером» и получаем 50% от дохода. Итак, здесь, значит, есть информация о этой системе. Вы можете прочитать полностью, да, ознакомиться. Также вы можете просто разместить свою социальную сеть, ссылочку вашу реферальную автоматом. Но чтобы, если вы хотите, так, перейдем в партнерку. Если вы хотите получить баннеры или свою реферальную ссылку, вы, конечно же, должны стать партнером. Здесь соглашаемся с условиями. И у нас открываются баннеры и ссылки. Вот ваша партнерская ссылка. Вот эту ссылочку, у каждого она своя, вы отправляете друзьям, родным, знакомым, либо пользуетесь способами, которых я, значит, разговаривал, которые я рекомендовал в третьем и четвертом выпусках. Либо те люди, которые уже начали заработок и на биткоинах, и которые уже имеют свою команду на проекте 100 кусков, можете опять же своим же рефералом, я сейчас обращаюсь к тем людям, у которых есть своя команда, да, можете также своим рефералом посоветовать данный проект, отправить ссылочку, никто за это деньги не берет. И по желанию, если человек захочет здесь действительно зарабатывать, он сможет сюда просто пополнить баланс и выдавать в кредит уже свои деньги, либо начать заработок именно с бонусных $50. Итак, я в этом проекте еще буду снимать выпуски. Здесь я просто снял такой небольшой ознакомительный ролик. То есть это первое, что нужно сделать, зарегистрироваться, подтвердить номер телефона, значит, и выдать первый кредит. То есть получить первые $3, там 75 центов. То есть сделайте все так же, как я показал в данном видео. И ждите следующий выпуск, в котором я буду подробнее рассматривать данный проект. И в котором мы с вами будем уже зарабатывать больше. Итак, всем спасибо за внимание. С вами на связи был Павел Орлов.